Сахали создали новую воинскую часть, которая станет прототипом и образцом для реформирования всей армии обороны Израиля. Известно, что подразделение будет комплексным. Это проявится в сочетании пехотных, саперных, противотанковых, разведывательных и воздушных возможностей. Его эмблема состоит из меча, вписанного в восьмерку, на окружностях которой нарисованы стрелы. Все подразделение, включая командный состав, работает в режиме строгой секретности. У него еще даже нет названия.